Anywhere in the world. Доски второй участники первого финального забега. Сложно таких забегов 5, как мы уже отмечали. Лучший результат сезона в мире равен 3 минутам 34 секундам с 38 сотым. Это лучший результат. Лучший результат в России 3.37.55. Алексей Смирнов назвал этот результат. Итак, первый забег. 6 кругов остается лидером. Еще раз напоминаю, 5 финальных забегов посмотрите. И по окончании только 5-го забега мы узнаем, кто же не поднимется на пьедестал почета. Номер 380. Ремищенко, Тверская область, лидирует в забеге. И следом за ним не попали из Байкальский край, не оставалось. Вот во второй попытке Виталий Крапкин, Нижегородская область, показывает результат 7 метров 83 сантиметра. Видимо, трогается два участника этого забега, Андрей Мищенко и Леонид Апай. 4 круга. Остается преодолеть. Представители Иркутской области, вы приглашаетесь в секретариат. Так, по-прежнему стали лидеров без изменений. Андрей Мищенко, Тверская область, и следом за ним Леонид Топарин, Забайкальский край. 3 круга остается лидером первого финального забега. Но совсем немного остается до финиша. 2 круга. Андрей Мищенко впереди. Следом за ним Топарь. И замыкает тройку лидеров на данный момент. Скорбер Ильдаров. Это осталось на 389. И впереди заключительный круг этого забега. Андрей Мищенко, Леонид Апай. На третье место выходит Иван Панферов, Москва, Орловская область. Впереди развязка. Заключительный поворот, ручка прямая. Первый финальный забег, 1500 метров. Тоже окажется впереди Андрей Мищенко, Леонид Апай. Побеждает в прямом забеге Леонид Апарин, Забайкальский край, 3.51.79. Таков предварительный результат, таков ориентир для следующих участников.